Нам нужен 1 миллион! Да ладно, хрен с тобой, вот тебе 1 миллион. Ой, сбахай что-нибудь душевное. Душевное? Да. У тебя есть какой-нибудь репертуар? Да, да я думаю, что из этого душевное? Ну ты мне... душевно. Спасибо. Да не за что. Давай, счастливо. И сиди себе, Тандер. Не, не умеешь? Или ты про это? Да-да-да-да-да-да-да. Да я не полностью даже не знаю. Вот это только знаю риф. Ха-ха, не-не-не, у тебя классно получается. Ну вот. А что умеешь? А что умеешь в идеале? Да, я даже не знаю. Ну, от тебя сделай что-нибудь от себя. Что хочешь сейчас офигеть, нифига, чем мог. Это очумить. Не, брат, это прям... Ты не ожидал? Да я ты чё гонишь, я налажал, я забыл, как эта мелодия играет. Да нет, да, да даже налажать, в смысле, это охуенно. Мужик, сыграй что-нибудь сложное, прям крутое, давай. Я в тебя верю. Хоба. Это видео будет легендарной. Ну что, типа такого? Мне вот непонятно. Это жестко. Красиво очень. Thank you.
красиво очень. Мне никогда не понять всех этих красивых мелодий. Я лучше Master of Puppets выучу, чем что-нибудь такое. Я понимаю. Играю всего где-то год. Да? Год играешь? Ты серьезно год играешь на электрухе? Нет, не на электрухе. Я сначала на акустике играл те же самые песни, а потом на электрухе перешел. Ну понятно, на электрухе, конечно, это другой разговор, вот эти все дела. Они, конечно, полегче играются. Но молодец, слушай, прогресс у тебя прям такой серьезный. Спасибо большое. Привет. Привет. Сыграешь нам? Да, сыграешь. Сыграй. Спасибо вам большое, давайте. Это великолепно. Да, ты брось, ты просто многого не слышал. Не, братан, это мои аплодисменты. Спасибо, спасибо, дружище, спасибо. Слушай, а у тебя что, ты просто в чат рулетке играешь, или у тебя есть канал? Канал, канал есть, Ильяс Бекиров. Да, Ильяс Бекиров, если что, подписывайся. Что-то это, в чат рулетке уже почти 3 месяца сижу, и ты лучше из того, кто играл на гитаре. Привет. Здравствуй. А что ты можешь сыграть? А что надо? Нет, давайте начнем с... Какие песни вы, в принципе, знаете? Спасибо, спасибо. А давно занимаетесь? Да, я давненько играю на гитаре. А сколько лет? 17 играю на гитаре. Ух, это очень много. О, стой, стой, сыграешь нам? Что-нибудь. Why the fuck?
знаю, у тебя есть свой YouTube-канал. Да. Ильяс Бекиров, подписывайтесь, ребят. Я знаю, что обязательно, у тебя есть. Чел, я знаю, я тебя узнал. А сколько у тебя подписчиков, честно? 50 тысяч. Ну, нормально уже, неплохо. Надо 100 тысяч добьем 100 в соточку. Нам нужна серебряная кнопка. Давай, вот я скажу. Добьем соточку, подписывайтесь. О, хорош. Все. Нам нужна 100 соточка. Нам нужна серебряная кнопка. Блин, я не знаю, как тебе это удается, но... Ну вот она. Ты посмотри, что происходит, с какой скоростью. Очень быстро, брат. Я очень быстро ее добился. Давай миллион. Давай золотую показывай. Давай. Нам нужен 1 миллион. Давай, доставай. Блядь. Да ладно, хрен с тобой, вот тебе 1 миллион. Блин. Подожди, тогда... Нам нужна бриллиантовая кнопка. Да хорош. Да ладно, пацаны, есть бриллиантовые. Хватит на этой. Блять, охуеть. Да ладно, пацаны, вы что, реально поверили, что я сейчас бриллиантовую достану кнопку? Нет. Я почти поверил. Это охренеть. Мы попали на него. А что это? Поговори с ним. Послушай, как он играет. Обалдеть можно. Привет! Мы тут тестим просто новый микрофончик. О, прикольно. Сыграйте что-нибудь. Покажи человеку, что такое фингерстайл. Я не умею его играть. На профессиональном уровне. Я знаю, ты можешь там такое забацать. Что-нибудь такое. Откуда интересное. Ты знаешь? Откуда ты знаешь? Я на тебя подписан, откуда я знаю? Подписан? Мелкий нет, а я точно подписан. Что сыграть, Кадр? Не знаю, скажите. Самое лучшее. Да, по сравнению с тобой, ну все. Вообще топово, круто, огонь. Давай, просто. Здорово. Саланчик, как сыграть? Что сыграть? Есть, о, прикольно. Ну, сыграй что-нибудь, давай. Сыграем вместе. Сыграй. Что будем играть? Да, все равно вообще, сыграйте что-нибудь, что умеете. Давай. Да хорош наггетсы жрать, давайте уже сыграйте, пацаны, что-нибудь. Давай. Играй. Какую? Давай в актёру. Ты знаешь актёра? Слышал.
А что ты знаешь? Подожди, что ты знаешь? Да я вообще... Да я мало пою, я в основном играю на гитаре. Я понял. Ты в основном мелодии играешь, да? Ну, типа того, да. Фингерстайл? Ну, типа того, так, чуть-чуть учусь. А, ну давай-ка сыграй сначала ты фингерстайл. Мне интересно фингерстайл послушать. Может, споешь что-нибудь? Ну, могу, да. Давай. Я пока гитару настрою. А, под твою? Не-не, под свою, конечно. А он только вибрирует от телефона, я а его не слышно. Здравствуй, мама. Вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. У меня все хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, бывает трудно нам, мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности годам, в Дагестане, где идет война. Блин, прикольно, молодцы, молодцы. Очень душевно, очень душевно. Один играет, остальные едят. В принципе, хорошая комбинация. Да нормально, нормально, нормально. Чё, сыграть так? Ну, я так особо немного играю. Ну, скромничка. Ну, вы эту композицию точно не знаете, я просто, типа... Вообще фингерстайл это хорошая тема, нужно, правда, очень много усилий и как бы да, много конечно. Этому учиться, потому что каждую ноту запоминать и ловкость рук и так далее, это очень почетно. Далее. Так далее. Да, да, с тобой полностью согласен. Илья, сорян, что назвал тебя Эльдаром. Я пришел сейчас потный весь, сижу, блин, весь день работал, блин, микрофон ребенка поставил, настроил, говорю, давай, тестируй чат рулетки. И говорю, Эльдар такой, потом, Ильяс же ее подписан на него, столько смотрел. Это ты за кадром, да, говорил там? Да, 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 это я сидел, ты вообще красавчик. Ну, я слышал, что ты играл, я так подслушиваю тоже. Блин, прикольно, прикольно, прикольно. Да, это мне прикольно на тебя смотреть, потому что я сколько пытаюсь научиться, бесполезно. Слушай, ни аккорды, ничего не идет. Слушай, ну если большое желание есть научиться, типа всегда можно. Ребенок. Вот пускай ребенок, у него Yamaha 800, пускай учится. Сам себе скопил. Младше на компьютер, старше на гитару. Блин, молодцы, молодцы, правильно воспитываешь. Да, давай, удачи. Счастливо, пока-пока.